делаю круглый крупный кулон, сохраню интригу, увидите в конце, что должно получиться. Ну, в середине уже станет понятно. Сначала мне нужно заготовить проволочки, палочки равной длины, и нанести на них текстуру. И потом сделать такое же колечко с текстурой. Сначала я его спаиваю, выравниваю и отбиваю. Потом эти палочки раскусываю пополам кусачками. Сворачиваю спиральку, которая будет серединкой, и делаю пружинку, которую надо распилить потом на соединительные колечки. Вот я ее распиливаю. Получилась вот такая кучка колечек. И теперь начинаю собирать кулон. Сейчас будет понятно, что это должно быть. Так, спаиваю сначала половину запчастей деталек, потом добавляю следующие. Теперь понятно, что это будет солнышко. Припаиваю оставшиеся лучики. И для прочности, и для улучшения вида добавляю еще колечко дополнительное. Теперь лучи держатся очень надежно. Вот такое солнце. И хочу добавить к нему еще янтарики, янтарь солнечный камень. Но для этого нужно припаять соединительные колечки. Это мой запас дикого янтаря с Балтийского берега. Он без дырочек, дырочки надо сверлить самой. Ну, можно прожигать иголкой, но мне почему-то сверлить больше нравится. Получается достаточно большой диаметр отверстия. Ну, вообще любой можно сделать диаметр, какой нужно, поэтому я чаще сверлю. Когда сверлишь янтарь, характерный запах бывает. Также, когда его прожигаешь иголкой или гвоздем. И смотрю, чтобы отверстия были достаточно большие, для эксперимента надеваю их на проволочку. И начинаю добавлять бусинки к солнышку. Приматываю проволочки, на концах которых до этого сделала шарики медные. И получается вот такой результат эффектный.